Так, ну что, решил записать неочередное обращение, поскольку получил совершенно удивительнейшее письмо. То есть Сергей Пантелеевич, мол, у многих складывается впечатление, чуть ли там не у каждого третьего, что вам МММ надоело. С какой стати это впечатление, поэтому там хотелось бы какое-то развернутое видеообращение. Совершенно необъяснимо, с какой стати такое впечатление складывается. Ничего мне не надоело. Просто сейчас я полным ходом идет работа над тем, как все организовать в МММ 2012 оптимальным образом. Ну, с учетом происходящего, сейчас же дела там, вы знаете, сами открываются, беспредельные абсолютно. Ну, это ладно. Так что совершенно там, как никогда интенсивная работа, ничего мне не надоело. И, конечно же, естественно, будет вообще даже речи не идет, я не знаю, какие слова тут подобрать, о том, что там что-то надоело, что-то там прекратится, совершенно вообще. Да пусть они хоть открывают каждый день дела, мне это... Ну, их дело вообще, короче, пусть открывают на здоровье. Так что нет, совершенно, я всех хочу успокоить, что все идет нормально, своим чередом, просто я говорю, тут масса моментов чисто технических, поэтому ими я и занят. А так, в общем-то, насчет развернутого обращения, а что, собственно, говорить-то? Говорить-то особо нечего, поскольку новостей-то пока нет. Новости все в СМИ. Каждый день там какие-то бредни происходят очередные. Мошенничество неопределенного круга лиц с неопределенными намерениями, неопределенно у кого чего, неопределенно что украшено. Ну, вот такого рода. Нет, короче говоря, все хорошо. Все замечательно. То есть МММ 2012 вообще развивается чудесно. А все это МММ 2011, ну, сами видите, что происходит. Ну, 2015, как я и обещал, начнутся выплаты. Так что не обещал, а то у меня теперь слов, то обещал, не стоит употреблять. Ну, предполагал. Так что совершенно все идет по плану. В общем, ну не знаю, я могу, конечно, записывать каждый день видеообращение, но что я записывать? Новостей нет, ну что там, два слова просто говорить привет, привет. Ну могу, конечно. Короче говоря, ничем мне не надоело, все идет замечательно, просто я сейчас работаю на чисто там, технические моменты, чтобы учесть вообще все эти происки, которые происходят, вот, они совершенно легко на самом деле устранимы. Просто они изначально не были устранены в МММ 2011. Ну, по той причине, что до такого бреда не предполагало, что власти дойдут. Ну, дошли, хорошо. Короче говоря, совершенно не переживайте, я на месте, ничего мне не надоело. Так что нет. Все хорошо, мы меняем мир. Как мне может надоесть апокалипсис? Нет, апокалипсис надоесть не может. Так что все отлично. Ну, а вечером я сегодня даже запишу еще одно видеообращение дежурное. Сегодня, а сейчас это просто так уж, не очередное. Какое-то странное письмо, поэтому я уже решил отреагировать. Ладно. Ну, уже многое. Все еще это увидят. Они еще все-таки не до конца понимают, насколько многое мы можем. Но увидят.